Имя гэтага дзеяча культуры давно уже стала брендом не только у медиапросторы, але и у народе. Каля 300 организованных фестывалей, музычные телевизионные проекты и кіраўніцтва адзіным у своем роде Национальным академичным концертным оркестром Республики Беларусь. Колькасць дзяржаўных узнагарод і ганаровых адзнак у афіцыйных крыніцах паказана каля 20. Але толькі гледзячы на сцяну ў працоўным кабінеце зразумела, іх значна больш. Пакуль галівудскія акцёры змагаюцца за месца на знакамітай алеі славы, у Маскве у Міхаіла Фінберга ўжо ёсць зорка за ўклад ва ўмацаванне творчых сувязяў майстроў Расіі і Беларусі. А вось як прыйшоў да такога поспеху Міхаіл Якавалевіч сціпла кажа, прывяло ў прафесію хутчэй жаданне, а не ўсведамленне таленту. Просто ў 5 гадоў я стал бачить у своих вошах, что мне хочется быть музыкантом, но не больше, не меньше. И я пошел на маленьком барабане и пошел учиться на скрипку в музычную школу. А лишь я не так много учился годов, потому что одной же я взял и на слых свой подобрал одну песенку. Ось, и мой педагог меня сразу выключил со школы. Вот, якая была в городе Мазыр, я остался без музычной школы. С такой несправедливостью артисту початку своей карьеры сутокнится еще не раз. Правда, ни одна подобная история опустить руки и отмовиться от задуманного не примусила. Отсутность формальной музычной эдукации не перешкодила пойти у Мазырский палац пионеров, а про несколько годов начать службу в военном оркестре города Курска. А лишь меня все житё манила только одна краина – Беларусь. Я написал письмо в Министерство обороны СССР, и меня перевели со взводы штаба Белорусского военного округа перевели в Минск. Я вот здесь поступил в оркестр штаба Белорусского военной округи, вот, и перевелся в музычное училище. Здесь прослужил некоторых усих, я отслужил 10 годов. Вот, а лишь головное то, что я учился, я музычное училище не закончил до конца, я поступил в консерваторию, закончил ее экстерном. Затем шла праца у белорусским оркестре телебачения и радиовещания. Крыху позднее дирижировал у цирку. Дарэчы, там Михаил Финберг пропрацевал каля 20 годов. После такого насыщенного творчего шляху музыкант выбирает коллектив для еще больше протяглого супрацовництва. Национальный академичный концертный оркестр, который со стягом часу станет заслуженным. Я працую с судовными музыками, потому что они все время одухованы, они имеют время выдатный досвид. И главное, что они любят свою краину, поважают свою краину. И я их учу этому, как это робить, как любить свою краину. И главное, они любят национальное. И мы у гэтым накірунку забілі вельмі шмат. Якуб Колас, Янка Купала, Ніл Гілевіч. За час працы аркестру атрымалася ўшанаваць творчасць аўтараў некалькіх стагоддзяў. За гэта Міхаіл Якавалевіч нават атрымаў дзяржаўную прэмію, а гэтай восенню распачаў 30-ты канцэртны сезон. Зараз няма такого горада ці маленькага населенага пункту, дзе мы не бывалі. Праграмы новыя, но галоўнае это мы падыходзім да іх ужо па-новаму. Модные аранжировки, свежий погляд на музычный складник и нареште выхование новых выканавцев. А кроме выступления у Михаила Финберга планов шмат. А вось ключ до поспеху, мабыть, один. Быть особой и заусёды с повагой ставиться до перепеты лёсу. Лизавета Крошинская, Виталий Строк. Наша раница.